Приветики! С вами Милис, и сегодня у нас на подходе новая игрушка под названием Rewail. Или как-то так, потому что не знаю, как точно читается. Вроде как пробуждение, то ли откровение, или открытие. Я не понимаю, как переводится, и многие источники говорят по-разному. Вот, сегодня у нас на подходе будет психологический триллер. Ну, в скобочках можно сказать хоррор, вообще-то. Мы будем играть за Уолтера Томпсона, который раньше работал в цирке. Вот, и как-то каким-то вечером, днем он просыпается, а в его доме пропала жена и дочь. И, короче, мы идем на поиски, как обычно. Что-то делаем, какие-то решаем головоломки, задачи, поиски и тому подобное. И в итоге мы попадаем в прекраснейший цирк. Так что надевай наушники и поехали. Приятного просмотра. Посмотрим, что здесь у нас будет. Перед тем, как игра загрузилась, у нее была такая музыка из шкатулки, прям реально стрёмная. Жаль, не записалась. Так, хорошо. Мышка, чтобы осматриваться. Слушай, это отвратительная мышка. Понимаешь, она с опозданием. Я вот поворачиваю, и она потом поворачивается. Оп. Вот. Ладно. Хорошо. Может, это сейчас такой эффект? Надеюсь, что только сейчас их такой эффект. Потом бы я не хотела такой эффект видеть. По звуку у нас все нормально или нет? Это что такое? Слушай, мне уже нравится. А загрузок тут будет много? Скажите, пожалуйста. Я еще минуту не поиграла, уже опять загрузка. Я не хочу. Я не хочу. Эти страшные комнаты. Не-не-не-не-не. Я еще здесь не буду. А мы сразу в цирке окажемся? Мне сказали, что вообще-то дома окажусь. Предполагаю, что что-то типа трейлера. Слушай, я пока скажу вау. Пока прям просто бомбически выглядит. Я на самом деле чуть не пропустила. Мне вот на стримочке сказали про нее, посмотрела, да, она вот-вот вышла, я на нее что-то не обратила внимания, у нее какая-то такая была превьюшка. Короче, не суди книгу по обложке. Вот, какой мы делаем вывод. О, дом, отлично, ты думала, опять мне наврали. Опять там сюжет неправильный. А ты знаешь, ох, какой странный сон. Голова раскалывается. Нужно унять эту боль. Титры, конечно, маловаты. Все, сейчас настройки пойду, слушай. Сейчас пойдут настройки. Нормально. Так, ну, поехали. Это обычно... Этим обычно помогает. Выпей-ка еще одну. Сейчас, подожди, надо ей побольше текст. Это мне не нравится. Давай, прям побольше. Поехали. О, это должно помочь. Слушай, увеличила на 50%, все равно какие-то маленькие. Так, увеличить, вращать предмет. Угу, хорошо. Может, Марта и Дори еще не спят? О, стоп, оп. Ага. Нет, подожди, вот там еще внизу одна есть. Не открывается. Ладно. Тут какая-то, смотри, есть прикольная штука. Я не понимаю, в чем прикол. У меня более-менее нормально, а вот на записи я вижу, как будто режется картинка. Я, короче, пощелкала все, что могла, ничего не помогает. Так более-менее что-то я убрала, какие-то настройки, вот.
Я покажу. Материал убрала. И все. Принципе. Короче, я не знаю, что это за штука. У меня на картинке нормально, а вот на записи что-то странное. Не знаю, не знаю, ладно. Пусть есть, пока будет. Если что, потом уже в следующем ролике я все поменяю, попробую. Так, подсказки. Подсказок нету. Хорошо, спасибо большое. А нет, есть. I think this was part of the old music Думаю, это box. часть старой музыкальной шкатулки. Фигурка балерины. О, мы можем ее, получается, сюда поставить. Вот это, получается, завести. И... Oh, there's the key. Ага, вот и Why was it ключ. in here? Как он вообще здесь оказался? Ключ из спальни. Хорошо. У нас здесь будет много всяких головоломок и Look, Martha and загадок. Dory shows. Выступление We Марты и don't have Дори не time for оставляют romance. нам времени на свадьбу. Мистер и миссис Брюс Луингтон имеют честь пригласить вас на бракосочетание их дочери. Ну, понятно. Неинтересно. Неинтересно. Что-то интересного? Неинтересно. Так, это уже выход. Martha already took care of all Так, the Марта уже circus закончила stuff, со всеми which делами для leaves цирка. me with the Остальное на rest, мне, as как always. всегда. Список дел, записка для родительского собрания, Дори, купить продукты, приготовить ужин, Дори с уроками, это ля-ля-ля, да, это все для нас. Хорошо, как-нибудь мысли, что это да сделаем. Возможно, да, возможно, нет. Ну, как бы у нас дел много, головоломок много, думаю, нам не до этого пока. Интересно, что она подчеркнула помощь с уроками Дори. Как будто у нас несколько детей. У нас один ребенок. У нас один. I wish we could find the time and Так, money to вот бы у нас travel. было время и деньги, чтобы путешествовать. Да, было бы потрясающе. Тут у вас что-то разбито зеркало, это нормально? Это нормально вообще? Ладно, пошли отсюда. Не знаю, я почему-то вижу, будто она затормаживается. Это очень странно. I should look for Martha Нужно and поискать Dory. Марту и Дори. What was that? Это An было earthquake? землетрясение. Сомневаюсь. Явно что-то очень нехорошее. Пролагнул. Дни без звонков. Ого. Ого. Это прям я. Это прям я. И интроверты они такие. Doesn't seem to Не work. работает. А, что-то явно с люстрой случилось. Заметили? Явно что-то не то. Как же ты скрипишь-то, люто, ужас. О боже мой. О боже. Я надела другие наушники, в которых звук намного лучше. И... Someone left Держите, the все record слышно. player on. Кто-то забыл выключить проигрыватель. Dory and Martha. Дори и Марта, где Where же are они? they? Martha can never get enough Марте of эта this песня track. никогда не надоест. Странно. Ладно. We get these all the Мы получаем time. их постоянно. Уважаемый мистер и миссис Томпсон. Этот классный руководитель Дори, мисс Арденвелл, понятно. С тревогой сообщаю вам, что на уроках Дори не слушает учителя и часто забывает принести домашнее задание. Результаты ее тестов также стали значительно хуже. Мне бы очень хотелось поговорить с вами в этот четверг.
Пожалуйста, дайте знать, устраивает ли вас эта дата. Это они как-то нехорошо присматривают за Дори. Явно что-то случилось странное. Ног неку... Не, неку. Ног нет. Но зато звуки отличные. Maybe Dory's in her room. Может, Дори в своей комнате? Я сомневаюсь. Что с тобой? Мужик. Мужик, что с тобой? О, господи. Я не знаю, что это за пролаги, ты понимал, но у меня игрушка на SSD. Это не мои пролаги. Это уже оптимизация. Мистер Жираф. Мистер Жирафик, он везде берет его с собой. Она везде его берет с собой. Дори. 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 Дори, подожди. Дори. Costumes for their show. Костюмы для их выступления. Дори, is that you? Дори, это ты? Well, I think this coin. Думаю, это монета для старого автомата. Well, I wish she would take it more seriously, though. Хотелось бы, чтобы она относилась к этому серьезнее. Серьезнее, она же такой смешной ребенок или что-то типа того. Так, верно, заполните пропуски в приложениях низа из... А, это, короче, задание. Понятно, что-то она не очень, походу, делает домашнее задание. The circus saw quite a lot of America. О, слоник! Creepy, but Dory and I love clowns. А, нет, не слоник, это клоун. Ладно. Dory's drawing book. Альбом для рисования. Он на замке. I need to search Нужно for the поискать key. Ключ. Why did she lock this? Почему она его закрыла? Ну, захотела. Зачем лезть? Так, давай взаимодействовать. I need to open Сначала мне нужно first. Открыть ему рот. А как? Как ты ему рот откроешь? А. He's missing some teeth. У него нет части зубов. Ну, я заметила. Слушай, я заметила, что у него нет части зубов. Что мы с этим будем делать? Зубы ему найдем? Или что? I took it home from the circus. Я забрала его из цирка. Он уже старый, но я его люблю. Что это такое? Вставить монету сверху, потяните ручку справа, вниз. Ага. Оп. This should work. Кажется, я сломала. Кажется, я его сломала. Блин. Я его сломала. Я его сломала. Я его сломала. А как дальше быть? Шарик. My favorite color. Мой любимый цвет. Почему? А зачем он тебе? Слушай. Слушай, а зачем он тебе? А зачем тебе шарик этот? Я чуть-чуть не понимать. Присесть. Так, понятно, это неинтересно. Тоже неинтересно. Пенал. Я сбился со счета, сколько раз Дори забывала его дома. Глава первая. Собрана. А, нам нужно пеналы собирать. Ладно, домашка. Хорошо, не трогаем домашку, не надо. Нам что, заняться нечем еще домашку делать? Детсадовцам.
Так, ну, нам явно надо... This one also doesn't work. Не работает. Найти ключ, куда этот шарик ставить. Да? Нет, не сюда. Куда? That's super sloth. Это мегаленивец. Она читает каждый выпуск. Хорошо. Хорошо. Хорошо, это мы знаем. Dory loves these, so I made one. Дори их обожает, поэтому я сделал один для нее. Так. Кажется, мы тут можем вставить шарик. Боже мой. А можно как-то, ну, без этого, серьезно? Оп, оп. Оп. Давай на правую сторону, на левую сторону, на правую сторону. Вниз. Право, вниз. Наверх. Стой, стой. Оп. Bunch of plastic куча пластмассовых зубов. Как прекрасно, я так хотела. Я так о них мечтала. О этих пластмассовых зубах. Так, что здесь делать дальше? That giraffe is a key. Это жираф. Есть ключ? Умно. Как по мне, слушай, ваша Дори уже умная. Такую загадку сделать, чтобы провернуть и достать этот ключ, это пипец. Ну, как бы, давай ты будешь смотреть в другую сторону. Давай, давай. Оп. Угу. 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 Ага, детский сад. Ой, детский сад, цирк. Дом. Зоопарк. Ага. Это непонятное. Что-то вообще не очень. Что-то очень страшное, непонятное. О, господи. О, божечки. Окей. Больше мы это не смотрим. Хорошо. Что происходит? Должно быть, это еще один сон. Сомневаюсь. Блин, как красиво. Ты посмотри, вот это красиво. Перебежать? Ну, давай. Wait. Подождите, не может этого быть. Это же место озера, рядом с цирком. Дори, это ты? Мы с Дори часто уходим отдохнуть. Мама, папочка, я нашла вот такую муху. Дорогая, это не муха, а стрекоза. Будь осторожна, они могут дышать огнем. Ой-ой-ой. Уолтер, не веди себя как дурак. Да, знаешь, здесь не хватает этого бегемота, мне кажется. Тут прям местность такая классная. Прям для него. Дори, о, Дори, что ты там делаешь? Стой! Дори? Куда она делась? Почему она одна ушла? Она сама явно ушла в цирк? Подожди меня, я не такой быстрый. Yeah, I prefer not knowing my future. Не знать свое будущее. Здесь можно знать свое будущее. Oh, that's Agatha's card. Это повозка Агаты, а не с Мартой. Хорошие подруги. Может, тогда заглянем?
Ну, походу нет. Походу не заглянем, ну ладно. Раз ты ее подруга, не будем с ней общаться. Не надо. Я тут. Блин, я после этой серии явно что-то сделаю. Не дела. Эти пролаги, блин. Что за бред? Их не было. Чего бы? Чего бы? А вот и поезд, на котором мы обычно уезжаем, но в последнее время цирк никуда не переезжает. Большущий. На оптимизация явно хромает. Будто бы я был здесь последний раз много лет назад, и в то же время, будто бы вчера. Папочка, сюда! Ты меня никогда не поймаешь. Так, ну слушай. Мы, конечно, в цирке, это классно, но как-то оно такое тебе. Я всегда неплохо играл в него. А это что? Может, покатаемся? Что бы я ни делал, она всегда ломается. Ну, может, она и для твоего веса? Я не думал. Так, тут разные есть автоматы. О, для этого должно хватить на несколько раундов. А, хорошо, несколько раундов чего, кого? Включить предохранители в техническом шатре до прибытия посетителей. Гонка по бездорожью. Инструкция. Вставьте монету в щель, чтобы начать игру. Игра заканчивается, если мотоцикл врезается в препятствие. Наберите 1000 очков, чтобы выиграть жетон. Ну, окей. Check fuse box. Well, maybe this one still works. Блок питания. Предохранители. I need a token. Чтобы попасть в павильон, мне нужен жетон. Где мне его достать? А, вот этот жетон. Стоп. А сюда тоже можно монеточку засунуть. Поиграть? Нет. Сначала мне надо тогда предохранитель включить где-то. Похоже, они запланировали ремонт. Я думала, у нас особо нет денег. Ну, видишь, всегда найдутся. Иногда мы вместе едим после выступлений. А предохранитель где? Мне кажется, вот куда-то туда по проводам. Явно. Явно вот сюда куда-то. My workbench. Твой верстак, ничего себе. А что ты делаешь? А, он же, короче, этот... И по мастерам. И по слесаре тут был. Кто и зачем обмотал его? Я думаю, мы не узнаем об этом. Это мои, когда у нас родилась Дори, я бросил курить. И что, теперь начнешь? Так, посмотрим, получится ли включить питание. Один. Два. Один. Семь. Один. Три. Один. Четыре. Два. Так. А есть тут где-то подсказка? Не тыкаться ж просто так в это. Числа мне какие-то нужны. Мне нужны какие-то числа. Типа, ладно, один, четыре... Три. Нет, значит, один, четыре, пять, один, четыре, семь, значит. Один, четыре, семь, два, пять, три. Отлично. Мое имя Зохан, я вижу твое будущее. Узри же его вместе со мной. Мне всего лишь нужен знак признательности. Ну на, монетку. Зохан благодарит тебя за признательность.
Великий Зоан видит, что ты что-то потерял. Ищи и обри бребрящеш потерю. Долгая поездка по холму поможет тебе. Прибыв, ты найдешь все двери открытыми. Ого, звучало действительно полезно, Зоан. Well, let's see посмотрим, what the future что ждет has меня в будущем. Я думаю, он прав. Так. О, тут всякие безделушечки. Здесь Марта готовится к выступлению. Это повязка Марты, она надевала ее в конце своего сольного шоу. Выглядело это всегда страшно, но я знала, что она точно не упадет. Тогда почему она здесь? Куда делись наша жена и дочь? Что за дела? Что происходит? Так, питание мы включили, возвращаемся. О, аттракциончики заработали. Прелестно. I wonder if I still got it. Out of order. Не работает. Лошадка. Ой, сейчас бы на лошадках покататься. Нам сюда. Давай. Понятно. Делаем это с первой попытки. Окей. 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 Нормально. Нормально. Нам надо 1000 очков набить, по-моему, да. Слушай, это будет, думаю, сложноваться. Потому что оно увеличивается по скорости. Оно будет очень быстренько. Но пока более-менее, пока более-менее. Еще видишь, оно с опозданием появляется, неприкольно. Я уже не успеваю, слушай. Больно. Так. Нормально. Успеваем. Держимся. Так, давай, чуть-чуть осталось. И мы справимся. Еще чуть-чуть. Еще одна. Да. Давай. Yes. Yeah. Мы справились. Легко. Все, мы уже побили рекорд. Ну все, мы уже играем для себя, так сказать. Легко. Легкотня. Я думаю, мы так вечно можем играть, на самом деле. Тут можно рекорды ставить. Не, ну слушайте, я так долго могу играть. Я уже набила в два раза больше. Это как-то, ребят, слишком легко. Мне должно тут вознаграждение... Не быть большое. Ладно. Было классно. Было классно, мне понравилось. Можно еще. Туда. А вот этот нажать. Теперь турникет должен работать. Так, проходим, проходим. Господи, ненавижу турникеты. Ужасно. Так, а куда мы идем? Мы даже не посмотрели вообще-то, что это за комната. Загрузочка. Давай. Кажется, здесь явно что-то темное. Welcome to the Pau... Pau...
Funhouse. Тори каждый раз тащила меня сюда. Думаю, ей нравится пугать меня. Ой. Подождите, давайте не будем крутиться. А то меня стошнит. Слушай, прикольно. А, все? Почему ковер на потолке? А, мы по потолку. Уходим. Почему по потолку ходим? Ой, господи, а здесь что? Я это... Я скримера доджу. Дори, хватит уже этих игр. Блин, тут ультрафиолет, это бы любое растение уже выросло. Пол света. Там яркий. Хорошая попытка, хорошая. Но мы уже как бы закалены этим делом. Нас уже не напугать. Там кто-то бегал. Дори, I'm serious. That's enough. Дори, серьезно, достаточно? Почему он от нас убегает? С нами играет? Зачем? Тебе домашку пора делать. На тебя там пожаловались. Я ругаться буду. Where did she go? Куда она пошла? Ой, господи. Wait, where did I go? Погоди, куда я пошел? Что за? Что? Они мозг ломают, походу, нам. О, боже мой. Крутые обои. Надо будет приметить в House Flipper такие же нам сделать. Сейчас подойдет дверь. Нарисованная. Please wait, Dory. Пожалуйста, Дори, подожди. A train? Это поезд? Dory's train. Дори? I don't remember putting a motor. Я не помню, чтобы устанавливал тебе мотор. Ой, куда ты? Fine. I'll ладно, play ладно, along. Я подыграю. Что будет next? Дальше? Мы как дурачки сейчас бегаем за каким-то поездом. Адекватно. О, дверь.
Боже мой, что за размеры? Это уже явно не цирк, слушай. Wait! Подожди, Дори! Да что ж такая непослушная она? Должно быть, это в каком-то павильоне смеха. Почему она выглядит так знакомо? Слушай, давай, наверное, на этом приостановимся. Там что-то уже другое. Давай туда не пойдем, хорошо? Как раз я уже на следующей серии разберусь с игрой, переустановлю, чтобы не подлагивало. Так что все. Оставь, пожалуйста, лайкосик, напиши в комментариях, как тебе игрушка и хочешь ли ты продолжение. Все, все ссылочки есть в описании канала, и не забудь нажать на колокольчик, чтобы приходили уведомления о следующих роликах и стримчиках. Все, всем пока-пока.